Короче, вот я имел неосторожность доехать тут вот куда-то вообще. Приехал, что здесь вообще? Дебош тут. Ребята стоят. Я домой поехал, все. Какая разница, ты приедешь в 3 часа вообще, или приедешь в 4 часа? Я люблю своих детей и свою жену. Я люблю никого. Я меня нет никого. Никого не жалко, никого. Я так люблю, когда большой. И толстый. И толстый в тебе. Что? Что вы имели в виду? Короче, мы что вы постояли, имели? Поприкалывались. Что дальше-то будем делать? Поехали дальше. Время 3 часа ночи. Какого члена мы здесь стоим вообще? Вот. Какого члена ты снимаешь? Давайте что, принимать какие-то решаем? Решения, вообще какие-то конкретные вообще решения. Не, в дебош я не хочу. Я не хочу смотреть на эти голые вообще порнографические, клуб? Беспредельные вот эти нормальный клуб тела. Зайдем, посмотрим, выпьем по минералочке. Да, я готов просто с вами, ребята, выпить пиво. И поехать домой, прижаться носиком к жене, к детям. Я уже поехал. Домой. Все, погнали домой. Погнали.